Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказал. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 ФМ. На нашем веб-сайте radio.nvc.com и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Не могу видеть, кто у нас на YouTube-канале. Почему-то у меня на этом компьютере не работает куда-то исчез канал. Интернет пропал, пытаясь поменять адаптер, не меняется. Disable, enable, не могу. Искра в землю ушла. Что ты будешь делать? Local area connection. Никуда. Нету. Ну, надеюсь, наши друзья из Израиля слушают и смотрят. Вы вчера уже, наверное, и сегодня, наверное, уже говорили о увольнении Джона Болтона. Ну, об этом всегда есть интерес поговорить, потому что сколько людей, столько мнений, каждый считает по-своему, поэтому интересно было бы послушать мнение наших радиослушателей по этому поводу. А вчера я... Интересно было бы, в основном, конечно, все согласны с нашим президентом по поводу того, что, ну, не сработались. Хотя был один радиослушатель, который, ну, просто очень и очень и очень расстроился из-за так называемой текучки кадров. А, ну, это все, о чем говорят все CNN постоянно. Текучка кадров уже 4, да. Там, 3. Значит, Флинн... Нет, там Мэттис. Ну, Флинн это... Я имею в виду Security Advisor. А, ну да, 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 да. Ну, ты понимаешь, интересная вещь. Вот я, честно, я был очень доволен, когда Трамп его назначил Security Advisor изначально. Почему? Потому что действительно он как-то, мне казалось, что он сможет немножко Трампа подтолкнуть в нужном направлении, но при этом быть более как-то сдержанным. Ну, не получилось. Он слишком был такой ярый сторонник управления силой, поэтому... Знаешь, я себе представил. Представляешь, вот ты сидишь, да? И сидишь, и думаешь, вот как мне поступить? А сидит тебе там над ухом мужичок и говорит, да не поступай так. Ты неправильно поступаешь. Ну, не нужно тебе это. Вот возьми, лучше сделай. Понимаешь? Вчера Раш Лимба говорит, 100%, ну, типа того, что 100% даю гарантию, на протяжении десятилетий леворадикальное отребье ненавидело Болтона в хвост и в гриву, как только его не ругали. Поверь мне, говорит, с завтрашнего дня они все вдруг его полюбят, будут приглашать на интервью, книги закажут и так далее. Да? Сегодня Шейла Ли, это сумасшедший, да, да, из, да, Техаса, да, уже. Да. Он такой опытный, он такой все. Ну, знаешь, самое интересное, я просто... Давай звонок, привет, добрый день. Добрый день, господа, Сергей, Анатолий. Привет. Анатолий, я вам вчера звонил, вы знаете, вот то, что я вчера говорил, вот сегодня, знаете, я ехал на работу рано утром, и CBS там... 6 утра, 7 утра. Откуда пришло ликование насчет Болтона? Uh-huh. Из Ирана. Причем они просто этого. Ну и, конечно, либералы здесь были счастливы. Потому что, понимаете, если говорить о нем, я еще раз сегодня просмотрел всю его, начиная, когда он был... Это все очень принципиально и очень, так сказать, на своих позициях всегда. И он не... Not compromise. Uh-huh. В политике это очень тяжело. И он... Я говорю, ну это прошлое все. Но я вчерашний день мне очень понравился тем, что произошло в Норт-Каролайне. Потому что это была такая прелесть. Ну просто два республиканца выиграли congressional seats. И знаете, все-таки все еще работает. Трамп, когда приезжает, это работает. И это нас радует, по крайней мере,
на будущее. Вот так, если вы тоже можете осветить это немножко, потому что это действительно было очень приятно. Конечно. Что, можете себе представить опять, чтобы левизна вытворяла здесь, если бы они выиграли эти congressional seats, понимаете? Они проиграли оба. Ну вот и все, так ими надо. Да, да, спасибо, Алекс. Спасибо. Но самое вам, интересное спасибо. Не это, самое интересное то, что везде, где появляется Трамп, кандидаты выигрывают, везде, где появлялся Обама, кандидаты проигрывали, вот что самое интересное. Поэтому... Действительно, в канун выборов вчерашних демократы заявляли о том, что вот это показательно, это вот то, что будет, будет происходить. А, добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. А, тоже по поводу Болтона. Конечно, вот до сих пор я полностью поддерживала и полностью понимала все, что делает наш замечательный президент. На самом деле он, конечно, гениален, и, конечно, он абсолютно уникален. И поэтому он так сделал, потому что он не мог по-другому с ним вести себя. Но с другой стороны... Как можно без оппонента принять правильное решение? Вот это я не понимаю. Может быть, это слишком серьезный был оппонент, и, с которым он уже совсем не мог. Это другое дело. Но вопрос вот в чем еще. Сейчас сегодня вот 9-11. 18 лет назад нам объявили войну. Это тоже нестандартное было объявление войны. Но если знать Коран, если понимать, что такое ислам, это было четкое объявление войны исламского мира, Америки и всей западной цивилизации. Вот если у нашего президента серьезные коранисты и арабисты, особенно коранисты, которые могут донести ему, что никогда нельзя верить мусульманам, когда ты подписываешь с ними договор. Потому что если знать жизнеописание Мухаммеда, пророка их, то всегда он подписывал то, что... Но он подписывать не мог, он был безграмотный. Но он, все, что он делал, это было коварство, вероломство. И во время слабости, когда он еще был слаб, он договаривался. Были договоры такие. Как только он становился сильным, все, он убивал своих противников. Таким образом, мы имеем больше миллиарда мусульман. Потому что это коварство, это жестокость и все остальное. Поэтому с мусульманским миром договариваться это абсолютно бесполезно. Спасибо. Okay, спасибо большое. Насчет, есть ли у Трампа арабисты, я думаю, что у него достаточно арабистов и достаточно советников. Теперь, вот вы задали вопрос, Мария, интересный. Как можно принять правильное решение без оппонента? Ну, вы же понимаете, есть пословица «в спорах рождается истина». Но тут дело, споры неуместны. Тут все должны работать в одной упряжке и тянуть желательно в одном направлении. Потому что если у вас слишком много мнений, которые каждый тянет в свою сторону, то вы никогда вообще ни к какому решению не придете. Вы будете топтаться на месте. Вот поэтому Трампу нужны люди, которые, неважно, правильно он это делает или нет, люди, которые разделяют его мнение, его видение, его философию. Все, ему не нужны оппоненты, ему не нужны... У него хватает оппонентов в лице демократов. Ему нужны люди, которые сядут с ним за стол и которые будут работать на благо его администрации. Вот и все. Ну, наверное, какие-то дискуссии полезные, наверное, они были, имели место, но что касается Болтона, говорят, я не знаю, насколько это верно, но, во всяком случае, эксперты говорят, что он практически вел как бы независимую политику. Он бескомпромиссный, абсолютно. То есть я это... к нему, причем я к нему всегда относился, отношусь с огромным уважением. Он толковейший дядька. Абсолютно. Он его позиция вызывает уважение. Он был замечательным этим послом в ООН. Но трудно осуществлять политику, когда член твоей команды как бы ведет себя весьма независимо. Давай говорить по-другому. У нас есть с тобой знакомые, да, которые, неважно, как бы оно ни было, все, что делает дурак, все он делает не так. Правильно? Вот ты себе представляешь, вот какой бы он ни был замечательный человек и советник, но ты себе представляешь свою работу в его присутствии. Вот тебе и все.
Опс, я кого-то случайно скинул перенаберить. Добрый день, пожалуйста, выберите. Вы в эфире. Добрый день, господин Зацепин. Ну. Господин Червец, вы знаете, в спорах не рождается истина, в спорах рождаются склоки. Первый звоночек был, если вы помните, господин Зацепин, когда Трамп поехал на переговоры с Кореей, а Болтон вроде бы был отправлен в Монголию и там встречался с кем-то в Монголии. Да, да. Это было уже ясно для мыслящих людей, что Болтон долго не продержится с Трампом. И я согласен 100% с вами, что это бескомпромиссный человек, и это еще к тому же ястреб войны. Благодарю. Спасибо, Вадим, спасибо. Да, относительно Кореи, там я помню заявление Болтона до того, как он стал советником, да, о том, что Корея... Трамп поехал на... Корею ждет, Корею ждет, да, ждет предложение. Сценарий Ливии. А, да, да, да. 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 Говорите, пожалуйста. Я выключу радио. Пожалуйста. Я хотела вот о чем сказать. Алло. Да-да, выключите радио. Радио приглушите. Я уже выключила. Я хотела вот о чем сказать. Вот сказали, что на днях республиканцы победили на выборах местных. Это, конечно, это очень замечательно, но, конечно, демократы кричат, что вот, процент у него понизился, а процент у него понизился, потому что они переделили границы, потому что Шарлотт, республиканский огромный, присоединили туда, где он раньше не был. Поэтому, естественно, меньше голосов получилось республиканцев. Но, тем не менее, они победили. Это прекрасный знак. Это первое, что я хотела сказать. И второе. Меня очень расстроило. Значит, в понедельник Денисов рассказывал об одной женщине, которую выпихнули просто из нашего... Department, State of Department. И меня это расстроило, потому что я считала, что все-таки его уже за 2.5 года немножко почистили от, так сказать, традиционного демократического большинства там. А получается, что нет. Ну, вы что-то знаете? Знаете, как говорят, работа ведется. Ну, конечно же, это было очень жалко, что так случилось, но я даже не знаю, честно, как это прокомментировать. То есть это процесс такой политический. Так или иначе, большинство бюрократов придерживаются левых взглядов. Хотите вы этого, не хотите, и я думаю, что если на 80% вычистить все министерства, если избавиться от людей, которые дают деньги демократам на избирательные кампании, которые сочувствуют демократам, а никак не консерваторам, то можно будет 80-85% людей просто выгонять из всех ведомств. Если да, министерство юстиции 94%. Эта женщина настолько блестящая, да, и прекрасная, по-моему, не ее прочат в ООН. Я запуталась, может быть, я не права. Но неважно, настолько блестящая, и если ее удается выпихнуть оттуда, то что же там по-прежнему, как это делается? Ничего не изменилось за 2.5 года, потому что говорили, что вот Тиллерсон, что он вот не справился с этим, не справился с тем, но зато вот он хорошо почистил State Department. Ну, я не знаю, насколько он почистил State Department вместе с собой. Я никогда не понимал. Я никогда не понимал его кандидатуру по-любому. То есть я понимаю, человек был главой огромной нефтяной компании. Я понимаю, что у него связи по всему миру, бизнес-связи. Но это абсолютно недостаточно для того, чтобы быть дипломатом, чтобы быть таким главой Министерства иностранных дел Соединенных Штатов. Поэтому я эту кандидатуру не понимал, ну и слава богу, выгнали. Но ты знаешь, чего я никогда не знал? Вот я буквально недавно услышал эту статистику. До прихода Рейгана к позиции президента в палате представителей из 478 человек было всего-навсего 130 республиканцев. Это было на протяжении 40 лет.
Вот этого, клянусь, именно эту статистику, то есть я понимал, что всегда демократы превосходили, но настолько в три раза... Это была революция Гингрича. Да. На самом деле. Да. Обалдеть. Это интересно. За 40 лет впервые республиканцы составляли большинство в Палате представителей. Ну, я тебе скажу, не удивительно, что республиканцы настолько привыкли к своей позиции оппозиционеров. Да, да. Да, а им ничего не оставалось делать. Они себе сидели и... Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Вчера в программе Хайнати была новая информация по генералу Флинну. Да. И новая информация показала, что это был абсолютный фейк против него и против его сына. Да. И вот с учетом того, что Трамп, в общем-то, хорошо относился к Флинну и считал, что все это было несправедливо, как вы смотрите, а вдруг Трамп вернет его на эту должность вместо Болтона? Спасибо. Ну, во-первых, он еще под судом, во-первых, ему еще могут быть предъявлены обвинения, во-первых, ему прокуратура наверняка запросит ему какой-то срок, потому что там перенесли дату, внесение приговора. А Флинн сменил команду адвокатов, по-моему, в Пауэлл ее фамилия. Сидни Пауэлл. Сидни Пауэлл. Да. Но ты знаешь, что я тоже немножко не понимаю здесь. Я вчера очень внимательно слушал это. Она как-то интересно сказала. То есть, с одной стороны, они считают, я имею в виду защита, считает, естественно, что там была абсолютная ерунда. И его абсолютно незаконно. И абсолютно то, и то, и то. Но при всем при этом, она уже вчера заявила о том, что они не будут ходатайствовать о отмене от отзыва ПЛИ. Они, вот это я не понимаю. Они будут ходатайствовать о том, чтобы весь кейс был драпнут, потому что прокуроры, Я это понимаю. То есть они хотят весь кейс драпнуть, да, против него, не просто отозвать ПЛИ. Я думал, что сначала бы они отозвали ПЛИ. Но, наверное, они знают, ну, о чем вот, они говорят. Да, это надо будет сегодня у Лорки узнать. Это же, кстати, мы не юристы. Да. Да, да. То есть полностью драпнуть весь кейс, поскольку прокуроры вели себя недостойно и, возможно, даже нарушали закон, поскольку информация, оправдывающая Флинна, была скрыта от суда и так далее. Да. И они до сих пор пытаются получить там какие-то мемос, какие-то меморандумы, насчет какие-то записки, и не могут получить. Насчет очистки, кстати, департаментов разных, да? Знаешь, вот объясни мне, стоит Кристофер Рэй. Назначили его на пост директора ФБР для того, чтобы он очистил ФБР от всяких негодяев, там, коррупционеров и так далее, да? Сидит человек на посту директора ФБР и отказывается предоставить информацию о том, что произошло с Эндрю Вайсман. Он пытается защитить их. Похоже, он из того же пула. Ты понимаешь? Понимаю. Вот это, ну, убей меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете, что интересно? Вот все, что вы знаете, все, что вы говорите, все хорошо слышно. Ну, коротко, так сказать, вы все варитесь в котле с говном. Как вы думаете, что еще может быть, кроме говна? В любом вопросе, вообще, вы некомпетентны во всех вопросах. Что вы думаете себе? Ну, вы компетентны. Я вам скажу. Тише, ну, тише. Во всех. Вот я понимаю, что... Секундочку. Ну, секундочку. Но в говне вы разбираетесь, мы это уже поняли. Ну, я понял, в разбираетесь, большой специалист. Ну а кроме этого, вы еще что-то можете сказать, кроме того, что вы в г**е разбираетесь? Ну так скажите что-нибудь умное, кроме вот слова, которое вы выучили, которое... Деточка моя, вы находитесь на радио каждый день. Так. Вы ищите, как эти сороки. И вы до сих пор ничего ни один день не сказали умного. Понимаете? Ну понятно. Где же нам дотянуться до вас? У вас ключевое слово г**е. Это вот то, что вы понимаете, то, в чем вы разбираетесь. Где же нам до вас дотянуться? Но скажите вы что-нибудь умное. Давайте, я слушаю. Ну скажите что-нибудь умное, кроме вот г**а, в котором вы разбираетесь. Деточка, я могу говорить 3 часа умного, а вы за все годы не сказали... Да, вы знаете, молодой человек, вы меня извините, конечно, но
это не к нам, это к психиатру, вы понимаете, да? Вы не вы позвонили не по тому номеру телефона. Для этого есть служба спасения психиатрическая, для этого есть служба по борьбе с суицидом, для этого есть служба, в конце концов, людей, которым платят деньги, чтобы слушать вот таких вот маразматов, как вы. Но мы же не можем этого делать бесконечно. Но вы понимаете, все, слава Богу, да. Ну, конечно, не годится. На войне брак скрывается, то есть брак уничтожается на войне. Сейчас идет сплошной везде брак. Магазин говно. Не соответствует тому, что нужно было. Понятно. Да. Окей. Спасибо. Вообще. Все. Театр одного актера окончен. На этом мы продолжаем. Все, другом. Мы возвращаемся к нашей регулярной программе. Спасибо за такую вот юморную вставочку. Это, конечно, было шикарно, но... Я действительно... Знаешь, у человека серьезные проблемы. Это нам показалось, что ты слышал, как он возбужден. Не, ну человек возбужден, да. Он возбужден от того, что он смотрит на себя в зеркало, и он считает, что все, это предел совершенству, и дальше уже никуда. Но опять же, это к психиатру. Кстати, Наполеон в палате рядом, поэтому. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я просто не выдержала, сейчас позвонила. Потому что я все время думала, ну почему никто из тех, которые голосуют за демократов, не звонит на это радио? Ну хоть бы кто-нибудь, что-нибудь сказал. Даже вот позвонил такой человек. Вы понимаете, кто за них голосует? Так что это был замечательный звонок. Да? Это единственное, что они могут. Они не в состоянии сформулировать ни одну мысль. У них нет ни информации, ни мыслей, ни интеллекта, ничего. Они полны ненависти и больше ничего. Поэтому я очень рада этому звонку. Спасибо. Я тоже очень рад этому звонку. Вы знаете, я к таким звонкам отношусь абсолютно нормально. Почему? Потому что земля наша носит очень многие разные виды населения. И вот такой вид тоже есть. Ну, что сделаешь? Ничего страшного. Добрый день, вы в эфире. Алло? Радио приглушите, пожалуйста. Алло? Да. Это я в эфире? Да, это вы в эфире. Я полностью согласен с тем человеком, который назвал ваше радио дерьмом. Позвольте объяснить, почему? Пожалуйста. Спасибо. За 2.5 года уже президентства Трампа и его администрация ушли, по-видимому, 70-80% ближайших его сотрудников, ближайших помощников. Угу. Такого не было еще ни у одного президента Соединенных Штатов. Я надеюсь, что еще на... Вы, молодой человек, а вы уверены? Вот вы говорите сейчас что-то. Вы уверены, что ни у одного президента такого не было? Потому что я вам сейчас задам вопрос. И если вы не уверены... Не надо мне задавать вопрос. Я политикой не занимаюсь. Я занимаюсь вы занимаетесь болтологией. Я не читатель, я писатель. Значит, вы утверждаете, что в администрации Трампа сменилось 70%, потому что наше радио дерьмо. Не потому что ваше радио дерьмо. А потому что вы на позиции Трампа, да, как самая каменная гора стоит. Неподвижно. Нет, вы бы хотели... Человек, который настроил весь мир, без исключения, против Америки. А вы хотели бы, чтобы мы стояли на позиции Клинтон? Нет. А на чьей позиции? Я на позиции разума. У вас на радио, да, вы включаете вот эту вот программу, да, совершенно нету, не присутствует разум. Понятно. То есть у вас присутствует разум. Значит, смотрите. Ну зачем вы сразу на меня? Тот, кто звонил и так далее. Зачем вы отбрасываетесь теми же... Я понял. С вами все понятно. С тех пор, как Трамп вышел из Парижского соглашения, вами овладел Trump Derangement Syndrome. Все, вы больше невменяемые стали. Что бы Трамп ни сделал, что бы он ни сказал, у вас начинается истерика, все вокруг... Ну, вот как предыдущий сказал, все вокруг... Все кругом магазины, говно. Мне нравится, что... звонит в передачу, которая говорит о политике, и он говорит: я политикой не интересуюсь. Так а куда ж ты звонишь? Вот это я не понимаю. Ну возьми сегодня, позвони, ну я не знаю, куда-нибудь на передачу, которая говорит о еде, кулинарии, да,
и начни обсуждать рецепты, о них ничего не понимая. Значит, вот, а если уж говорить по делу, единственное, о чем, вот два момента, которые, ну, все началось... Я помню, это был выбор слушать. По-моему, да? Нет, это неважно. Okay. Значит, я помню, каждый раз, когда он звонил, он все время начинал с того, что вот проблема Трампа заключается в том, что вот мы вышли... Да, из Парижского соглашения. Я понял. Ты думаешь, почему ураган прошел вот этот вот? Да потому что мы вышли из Парижского соглашения. Мало этого, я тебе больше скажу. Мы, то есть, Трамп виноват в том, что вот этот весь глобал потепления, да, понимаешь, происходит потому, что он стал президентом. Все, вот именно, вот именно. Вот все. И отсюда все началось. И дальше вот он утверждает, что он настроил весь мир против себя. Простите, но давайте попробуем разобраться, какой мир он настроил против себя. То, что мы перестали кормить дармоедов, так правильно, у нас своих проблем хватает, у нас нет лишних денег для того, чтобы... Чтобы кормить дармоедов, я понял. Знаешь, кроме того, что... Кроме того, что мы вышли из Парижского соглашения, мы абсолютно поторопились с войной с Китаем, я имею в виду тарифной войной. Мы вышли из соглашения с предательским, абсолютно дебильным соглашением с Ираном, где мы давали Ирану гарантию, что он создаст ядерную бомбу, где мы снабдили его деньгами, и так далее, где мы опустили санкции против него в свое время. Вот. Это, конечно, большая трагедия для Ирана. Не для нас, не для всего мира, для Ирана. То, что Трамп пытается заставить членов НАТО платить по счетам, тем самым мы огорчили наших партнеров по НАТО, но кое-кто стал платить по счетам. Опять Трамп плохой, и тем самым он настроил против себя всех дармоедов. Ну, потому что Трамп совершенно справедливо... Вам эта формула, очевидно, непонятна, как новотрамперу. Ну, просто непонятно, как либералу. Я не знаю, как кто вы. Когда он говорит о том, что его избрали не президентом всего мира, а его избрали президентом Соединенных Штатов Америки. И Америка для него стоит на первом месте. Интересы Америки для него стоят на первом месте. Вам эта формула режет ухо, ранит ваше нежное сердце. Поэтому... Я не думаю. Я думаю, это просто любители поговорить. Почему? Потому что, опять же, для того, чтобы что-то кого-то ранило, для этого нужно хотя бы как-то этим интересоваться. Понимаешь? А когда повторяют, как называемые talking points, что вот вы вышли оттуда, вы зашли не сюда. Вопрос, знаешь, в чем? Вот... Я подозреваю, что человек носит еврейскую фамилию, Иран, который обещает стереть с лица земли Израиль, и... Обамка дает ему возможность это сделать, вот эту политику вы разделяете, а вот то, что Трамп не дает Ирану это сделать, вас это раздражает. Это те self-hate juice, так называемые. Вот. Ты же понимаешь, да? Это человек, который сидит, и каждый раз, когда Камала Харрис открывает свой рот и говорит, что как только я стану президентом, я тут же вернусь к столу переговоров в Париже, я тут же сделаю это, вот тут он радуется. Да. Почему? А знаешь почему? Потому что из его кармана деньги не выходят. Нет. Понимаешь? Нет. Вот если пришли к нему и сказали, дорогой Александр, значит, для того, чтобы нам вступить обратно в договор с Парижем, нам придется вашу пенсию или зарплату, или пособие ваше уменьшить на треть. Вот тут бы он закричал, как резанный поросенок. Да. Понимаешь? Как это так? Мои деньги забирают. А болтать языком, как ты сказал, он же не читатель, он писатель, поэтому... Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Комментарии интересные на YouTube сейчас. Ну, люди, очевидно, слышали звонки наших доброжелателей или как друзей. Радиослушатели, которые которые не читатели, а писатели. Которых политика не интересует. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сережа, добрый день. Добрый. Очень рад вас слышать. Спасибо. Вадим, да? Второй соведущий.
Анатолий. Анатолий, да, я извиняюсь. Но если вы достаточно заплатите, может быть, ну, отключайте вы этих городских сумасшедших, это же невозможно. Они прямо в ухо соляной плюют вас. Просто вы столько времени тратите зря на то, чтобы доказать, что безумные люди безумны. Ну, смешно просто. Спасибо вам. Спасибо. Ну, иногда тоже нужно, но что делать? Ну, не нужно на самом деле. Ну, боже, с кем дискутировать там? Ну, вы же поймите, это уровень какой-то школы для умственных. Действительно, да. Я попытался сначала, а потом поймал себя на мысли, а кому я все это говорю? Вот. Ну, скорее, ну, я скорее... Вменяемым людям это слушать невозможно, а невменяемые не поймут. Я просто хотел сказать насчет отставки Болтона. Да. Знаете... На самом деле, очень долго дискутировалась тема, что Трамп с Болтоном играет пару хороший коп, плохой коп. Ну, в общем, сейчас в этом дуэте остался только хороший коп. То есть плохой коп ушел, и, судя по всему, очевидно, какие-то будут другие меры силового давления. Да, ну, вот, как заявил Помпео, он сказал, что с уходом Болтона политика, внешняя политика не меняется. Не меняется, абсолютно, да. И да. Надеюсь, что она принесет свои плоды. Это, во-первых. Во-вторых, опять же, я... тоже. Мне Болтон был очень симпатичен. Да, как он, безусловно. Да, он абсолютно хороший политикан. Это была он нам фигура близок. Очень консервативная. Да, да, то да. есть это было именно консервативное крыло республиканцев, которое... В общем-то, я считаю, что Трампу достаточно нужна поддержка этой группы. Да, он нам близок по духу, по настроению, по боевитости, что ли, по такой. Да, но опять же, вы понимаете, самое главное не тот, кто ушел, а тот, кого назначат на его место. Вот это будет важно посмотреть. Я бы хотел, чтобы кого-то не хуже, во всяком случае. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Не дождался кто-то. 847-400-5200, телефон нашей студии. И добрый день. Ну что ж такое у нас? Что-то слетают звонки. Что-то там теряется, да. Да. Ну, anyway, ты хотел там комменты прочитать. Есть интересные. Нет, звонки есть. Добрый день, вы в эфире. Послушать. Сергей, я вернулся, Анатолий. Ну, слушайте, я давно так сегодня... Хорошо, у меня сегодня такой тяжелый день на работе. Я хоть посмеялся. Ну, вы знаете, вопрос этому, который звонил. Какому из них? Если бы у Трампа был Secretary of State такая, как Хиллари, и тот, что она вытворяла на своей позиции. Или вы помните, у Клинтона была такая, тоже как министр юстиции, это женщина. Рина. Да, вы помните, что было с Вейко, да? Да. Когда конечно. На территории Соединенных Штатов Америки было убито 84-85 человек, включая десятки детей. Джан Рино, никто их не трогал, они все идеальные, вы понимаете? Если бы Трамп так не относится к своим, если ты не делаешь свою работу, как он хочет, ты не работаешь. А такая, как Хиллари, если бы она у него была, она бы такая не была, но если была, бы она бы уже сидела в тюрьме. Да? Но они все сглаживают, им все можно, это все нормально. Но я хочу другое, ребята, вы поговорили, что все-таки выборы будут через год, чуть больше. Я смотрю по телевизору или слушаю по радио и смотрю на демократических кандидатов. Mm-hmm. У меня такое впечатление, что где-то распустили сумасшедший дом, mental institution, и выпустили их на свободу. Потому что там же, ну не то, что, не говоря уже, стопроцентная ложь, но такой бред идет, что это невероятно. И их не CNN-щики, и MSNBC-щики, эти все, они с той же компании, с той же больницы. Просто, ну, Берни Сандерс, ну я уже не знаю куда, в какую клоунаду его поставить. Вот так. Так что Вы сказали, что у вас... Да, совсем неплохо всем нам. Вы сказали, что у вас сегодня был тяжелый день, хотите повеселиться, посмотрите завтрашние дебаты. Нет, я не посмотрю. Я завтра буду на одном заводе с 5 часов утра на огромном. Там очень тяжелая работа. Ну, тогда я вам завтра в программе все расскажу. Окей, спасибо, ребята. Спасибо. Счастливенько, пока. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Эдик. Я хочу спросить. Тут я в Нью-Йорке живу. Вроде прошел слух, не уверен,
что Болтон слил какую-то информацию, в частности, по-моему, о переговорах с талибами, или, может быть, еще как-то. Может быть, это и причина. Вы ничего по этому поводу не слышали? Ну, есть такое, да, что по поводу предстоящих переговоров именно Болтон слил эту информацию, потому что был против этого. Вот именно с талибами. Он был абсолютно... Ну, это может быть, как бы, послужило последней каплей. Да, это явно не было первоначальной причиной, просто это действительно было последней каплей, но Болтон никогда не скрывал то, что он абсолютно против любого вида мирных переговоров с тоталитарными или с авторитарными режимами. Он всегда об этом говорил, он был всегда против России, он был всегда против Кореи, он был всегда против Ирана и так далее. Поэтому ничего странного нет в том, что он был против разговора с талибами, но я считаю, что все равно, по-любому, ну, он не должен был это делать, честно. Нет, так я не уверен, что он сделал, я же говорю, это слух. Нет, это действительно, то есть он ничего такого страшного не сделал, но он, ну, не нужно было, не выносит ссоры из избы. Понимаете, как результат получилось, что они, так сказать, там устроили теракт в Кабуле. Да. Как результат за этим. Вот это вот может быть, понимаете? Это нарушение, которое, так сказать, непонятно. Можно говорить против, можно говорить за, но если принято решение такое, уже дальше, или это, скажем, там секретно, это уже нельзя делать. Ну, да. Да, абсолютно. Спасибо большое. Спасибо, добрый день. Приглушите радиоприемник, слушаем вас. Да, говорите, пожалуйста. Не могли бы вы прокомментировать информацию CNN об отзыве американского шпиона из России из-за Трампа? Да, спасибо большое. Хороший звонок, я прямо как раз сейчас хотел тебя попросить. Да, да, да. Да. Это Джим Шута начал, который работал в администрации Барака Хусейновича Обамы, а сейчас он такой полуэнкор, полутам... Инвестигейтив репортер, значит, преподнес ситуацию таким образом, что ЦРУ отозвало агента, причем агента, который занимал довольно высокий пост, где-то среднего уровня, который довольно часто встречался с Путиным и принимал участие в принятии тех или иных решений. И все это он попытался навешать на Трампа, что, дескать, разведчики засомневались, поскольку Трамп не может правильно обращаться с секретной информацией, и они испугались, что вот он может выдать каким-то образом нашего такого, причем это действительно было такой... Это был серьезный агент, да. Это действительно так, да. И вот Джим Шута, не моргнув глазом, ну такая проститутка, типичная демократическая проститутка, представляющая средства массовой информации, который сначала работал на Обамку, теперь работает на CNN. Ну, все лгуны, вруны, так сказать, те, кто сливает информацию, там 10, по-моему, бывших сотрудников ЦРУ, которые должны сидеть в ЦРУ, ФБР, которые должны сидеть в тюрьме за то, что они сливали секретную информацию, они сейчас получают колоссальные деньги на CNN. Так вот, он представил все это вот таким образом, но упустил кое-какие детали. И вот об этих деталях следует сказать, что на самом деле решение отозвать этого агента было принято еще во времена Барака Обамы. В 16-м году. Да, Барака Обамы. А уже и он как бы отказался, ему предложили его вывести, он отказался. А уже когда Обамка стал сливать информацию, ну, не сам Обамка, с помощью своих миньонов, с помощью этих работников спецслужб, стали сливать информацию в прессу леворадикальную, а у нас практически вся пресса леворадикальная, и они стали делать репортажи, и вот в этом случае наступила реальная угроза. То есть, на самом деле, все эти Джимы Шут, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, в общем, все эти проститутки от средств массовой информации публиковали репортажи, и это стало действительно опасно. И тогда ЦРУ приняло решение вывести этого агента. Но ведь эти проститутки на этом не успокоились. Его вывезли вместе с семьей. И сейчас он где-то находится в Америке. И эти проститутки из MSNBC пошли и нашли, постучали в дверь, тем самым
по сути дела, раскрыли или попытались напечатать репортаж о том, где живет, с кем живет, семья живет. А памятуя о том, что режим Путина, так сказать, не моргнув глазом, расправляется со своими врагами, вы помните этот случай? Литвиненко, да. То вот эти подонки, иначе я их назвать не могу, ну, там целая свора подонков, можно взять всех, перечислить на MSNBC, на CNN, они подвергли жизнь этого агента и его семьи реальной опасности. Вот в чем дело. Этот урод, который работал на Барака Обаму, Джим Шута, который сейчас полу-энкер, полу-журналист, хоть бы глазом моргнул, хоть бы извинился, хоть бы сказал, что, дескать, мол, нет. Он же это сделал не случайно. Абсолютно не случайно. А потому что вагиноголовы, которые черпают информацию из этих поганых источников, они все это впитали. И сейчас вот посмотришь, Нева Трамперы на Фейсбуке, люди, которые называют себя республиканцами, которые якобы не голосуют, подхватят эту мульку и будут ее обсасывать и раскручивать. Вот уже было, я уже видел там. Да, это уже это запустили. Вот этот вот Алекс, который звонил, он, я думаю, что он так трясется, наверное, тоже эту информацию где-то услышал на CNN, что по вине Трампа там мы лишились агента практически. Вот чем занимаются враги Америки, которые работают на CNN, на MSNBC и так далее. Вот какова ситуация. То есть Обамка сливал информацию, ну, не сам там, с помощью своих дружков. Да, через своих работ. Пресса публиковала, что подвергла опасности действительно высокого ранга агента. Причем, ты понимаешь, да, что это... Сейчас, одну секундочку. Это же не только агент и его семья. Это те люди, с которыми он был связан. Совершенно это верно. Это сколько нужно было потратить времени, чтобы его настолько внедрить, и все это на смарку из-за того, что эти дебилы его слили. И сейчас они пытаются все перевернуть и прилепить это к Трампу. Ну, вот такая вот лживая пропаганда. Собственно, это то, чем они занимаются. Это то, что они называют журналистикой, да еще расследованием журналистским. А на самом деле это грязная, черная пропаганда от проституток, которые работают на демократическую партию, а называют себя журналистами. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Проблема ведь в том, что не только вот эти проститутки и отдельные какие-то элементы. Вся идеология так называемой демократической партии, это вот предательство, это, то есть это чистая тоталитарная система. Если они придут к власти, предположим, и у нас здесь будут во главе вот эти самые, да, каждый из нас, и не только те, которые консерваторы, которые республиканцы, любой демократ может загреметь, потому что сосед настучит или еще что-нибудь такое. Вот те, которые слушают и ничего не понимают, типа этого Александра, которому важен его бизнес, вот этот связанный с климатическими изменениями, вот этот полный придурок, который первый звонил, таких же очень много, вообще-то говоря, да. И они ничего не соображают, что их это может коснуться, их детей точно коснется, okay. А уж что там будет с внуками, может быть, вообще мы никто не выживем, да, если спасибо. Вот эти вот с их отсутствием полной морали. Спасибо, Мария. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У вас что-то с телефоном там, по-моему, было не в порядке. Наверное. Нельзя было дозвониться, ваша система не принимала. Ну ладно, это... А может, она знала, кто звонит? Big brother. Значит, я прочитал сегодня на Yahoo, что Трампа это война с Китаем, ну, торговая война, whatever. Оказывается, дает результаты. Причем они там, Yahoo никогда не стоял на стороне Трампа или демократов. И они, значит, заявили, ну, в этой статье, что Трамп ударил по самому их, ну, больному месту. Место это больное, оказывается, поставка запчастей и все такого в Америку на эти, то, что производится. Да? Ну вот, а люди там стали писать, о, значит, работает. Ну, я тоже ставил свои 2 копеечки и написал. Нам все время говорили, что это не работает,
А вдруг оказалось, что работает? Что же теперь? Вот такое дело. Да, что, да. Спасибо, Сэм. Спасибо, спасибо. Абсолютно. Спасибо. Абсолютно работает, никуда не денутся. Да. Мало Китай этого. Уже отменил какие-то тарифы на 16, по-моему. Да, запросили переговоры. Наименований. И вот я возвращаюсь к звонку Алекса, который говорит, Трамп настроил весь мир. Весь мир обдирал Америку, как хотел. Жил за счет Америки, как хотел. И вдруг пришел человек, который сказал, слышь, ребята, а ну-ка давайте-ка так, а как-то вы неправильно себя ведете. Что это, это мы должны... Это, почему я должен оббирать граждан своей страны, чтобы вам жилось хорошо? Ну, попросту говоря, простыми словами, чтобы Александру было доходчиво, не поймет ведь иначе. То есть за счет американских налогоплательщиков мы пытались облагоденствовать весь оставшийся мир. Китайцев, немцев, французов, англичан, кого хотите, японцев, корейцев. И вдруг пришел человек и сказал, ребят, меня мой народ выбрал президентом. Я президент Соединенных Штатов. Поэтому для меня интересы моего народа прежде всего. У вас есть свой президент, пусть он о вас печется. Я буду добиваться, чтобы моему народу было лучше. Что вы пытаетесь вести нечестную игру с нами. Вы там по 500 миллиардов в год продаете нам своего дерьма, а нам не даете возможность, ваши рынки для нас закрыты. Вы налагаете на тарифы какие-то, придумываете на нашу продукцию там 20-30, в некоторых случаях 200%. Это неправильно. Давайте-ка все это переделывать. И вот, конечно же, они обиделись. Конечно же, это не в строку им. И тут Алекс звонит и говорит, вот Трамп настроил против себя весь мир. Правильно? Потому что, еще один пример, Обама в Германии популярнее, чем Трамп. Ну так правильно, потому что Обама наплевать на налогоплательщика, который в Америке, который должен оплачивать безопасность Германии. Трампу нет. Трамп сказал, эй, Ангела, давай-ка это... Занеси в оркестр. Да, пожалуйста. И Трамп менее популярен, чем Обама. Я думаю, что Алекс, наверное, более популярен будет в Париже, потому что он так рвет нервы свои по поводу Парижского соглашения, чем Трамп. Алло. Да, добрый день. Здравствуйте. Это у вас Евгений из Нью-Джерси. Да, Женя, привет. Спасибо за ваше радио. Я хочу, вот, как говорится, поддержать вашу тему и сказать, что все уже забыли, что подписаны великолепные тарифы для Америки с Канады и с Мексикой. Это уже все забыли. Я не знаю, какой там Алекс бизнесмен или что ему не мешает этому, это Трамп, чего ему мешает. Я знаю одно, что и с Китаем будет все подписано и в пользу Америки. Но самая главная мысль, которую я хочу вам донести, это я подумал, что Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. И за что? А лишь за то, что три раза его провоцировали устроить войну. С Венесуэлой, с Ираном, и там еще, я знаю, скорее. С Сирией. Он не пошел на это. Он умненько все занимается своим вот этим вот делом, которым он хорошо умеет делать. Переговорному процессу. Да. И поэтому ребята, которые не помогают ему или не уже выдохлись, он их меняет. Спасибо, помню, абсолютно. Спасибо, к сожалению, время спасибо, остается. Мы должны бежать. Да. Спасибо огромное. Здоровы. Привет, Нью-Джерси. Пока. Наш радиослушатель из Израиля Петр пишет: реально в Америке нет настоящих друзей, кроме Израиля. У Израиля нет настоящих друзей, кроме США. И это правда. Аминь. Спасибо, друзья. Спасибо большое.